Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-ортодонт. В этом видео я покажу все этапы установки ретейнера на нижнюю челюсть после снятия брекет-системы. Ретейнер – это проволока, которая фиксирует к язычной поверхности передних зубов композитным материалом. Он удерживает зубы в правильном положении после снятия брекетов. Ретейнер приклеивают после предварительной профессиональной гигиены полости рта. Итак, перейдем к установке. Необходимо изолировать зубы от слюны с помощью ватных валиков и тщательно просушить внутреннюю поверхность зубного ряда. Далее на оральную поверхность нижних резцов и клыков наносим протравочный гель с 37% ортофосфорной кислотой. В результате этого эмаль становится шероховатой, что увеличивает силу и площадь сцепления твердых тканей зуба с пломбировочным материалом. Через 30 секунд смываем протравочный гель водой и высушиваем зубы. Далее наносим на зубы бонд. Это связующее звено, своеобразный клей между зубом и пломбировочным материалом. Бонд наносится маленькой кисточкой, брашем, слегка раздувается струей воздуха, после чего полимеризуется ультрафиолетом в течение 5-7 секунд. Время полимеризации зависит от мощности лампы. Вставляем в межзубные промежутки зубную нить. С ее помощью позиционируем ретейнер и фиксируем его. Натягиваем нити, чтобы ретейнер плотно прижался к зубу. Наносим жидкотекучий композитный материал светового отверждения над проволокой в области зуба и засвечиваем его в течение 20 секунд. Повторяем это действие на каждом зубе. При необходимости добавляем материал, чтобы проволока была покрыта им равномерно. Сошлифовываем бором лишний конец проволоки. Убираем зубные нити. Фиксация ретейнера завершена. В следующем видео мы расскажем, как ухаживать за зубами во время ношения ретенционного аппарата. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. До свидания!